Сегодня в Новгородском областном суде еще раз слушали так называемое дело головореза. Апелляцию по поводу приговора подал сам подсудимый Иван Бревнов. Бревнова обвиняли в убийстве собутыльника 1 января 2018 года. По версии следствия, он не просто зарезал гостя, но и впоследствии обезглавил трупа, отрезанную голову выбросил с балкона под ноги прохожим, за что и был приговорен районным судом к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный с такой мерой не согласился и подал апелляцию. Он просил изменить срок заключения, а также признать ряд доказательств недопустимыми, ссылаясь на нарушения в ходе следствия. К тому же Иван Бревнов продолжает настаивать, что в момент совершения убийства был в состоянии аффекта, что не было учтено судьей. Рассмотрев приведенные доводы, суд высшей инстанции оставил приговор без изменений, а жалобу без удовлетворения.